Вечер. Доброе утро в вашей хате. Дают трубочку вашему мужу. Скажите. Вот сюда. Алло, привет, Маша. Я живой, в плену нахожусь. Нахожусь в плену. Вы опытом? Не знаю, второго нет. Что делать? Беги детей. Маме позвони, успокой. Я живой. Выходить, выходить на улицу. Пусть выходят на улицу против войны. Че? Тебя оставят живым? Я не знаю. Говори, пусть выходят на улицу против войны. Можно с этим человеком поговорить? Который говорит? Да. Не, стоп. Так ты скажи ей, что ты хочешь сказать. Смотри, передай всем нашим, чтобы не работали по мирным городам, по мирным объектам, вот, и чтобы заканчивали эту войну. Хорошо, передам. На улицу пусть выходят с плакатом. Увидим, что жена будет с плакатом, все будет нормально. Передавай, что молчит. Передавай. Жене говори. Требуют, чтобы ты вышла с плакатом против войны. Так тогда будет все нормально. Ролик на YouTube будем смотреть. Где жена сказала, что будет. Передавай. Маме привет передай, успокой, вот, как ребятишки. Держись. Давайте, держитесь. Давайте. На камеру представляйся. Полковник Крыштов. Полностью фамилия, имя, отчество, число, место утверждения. Полковник Крыштов Максим Сергеевич. Должность вашей части, место дислокации. Заместитель командира полка 47-й полк. Выходите, поднимайте свою Россию. Против вашего хуя. Дислокация. Чем больше у вас выйдет, с плакатами нет войны. Руководитель у вас кто? Тем больше у них шансов остаться в живых. Полковник Лобода. Кто отдавал приказ бомбить мирные города? Командующий генерал Маковецкий. Полностью генерала Маковецкого данные. Олег Владимирович. Он непосредственно вам давал координаты? Когда наши дети. Он прислал координаты работы. То есть генерал Маковецкий непосредственно давал координаты для бомбардировки? Сколько у вас самолетов дислоцируется? Сколько самолетов дислоцируется в полк? 24. Рабочих сколько? По-разному. 15 плюс-минус. Сколько вылетов совершали? 3. Адреса? Населенные пункты? Между Изюмом и Балаклеей и вот 15 километров севернее Харькова. Визуальный контакт был с целью? Нет. Один раз визуально видели чистое поле. Остальные вылеты выполняли в облаках. И сегодня, точнее вчера, полет был ночью. Только лесной массив видел. Вы понимали, что есть светомаскировка, и внизу могли быть мирные люди? Я работаю по координатам, которые мне выдают в виде приказа. Координаты Маковецкий опять-таки выдавал? Кто давал приказ? Ну, он присылает, да. Все. Приказы, я же сказал. А в каких числах ты вылетал, что ты не видел? Третьего. Третьего. Так, сегодня третьего и двадцатых числах. 24-го. Я тебе скажу, что только 3 дня облачно. Все остальное было безоблачно. И ты мне расскажешь, что ты не видел. Стоп видео.